Иссык-Куль. Возвращаем казино, но не для кыргызстанцев. В Иссык-Кульской области может появиться казино. Депутат Турузбеков, Жумабеков. Так, учитывая данную политику государства, законопроектом предусматривается допуск в игорные заведения. Эми казино маселесин депутаттар инициатор болуп киргизген экен, мен колдоймун, туура эле болду, бирок азыр баягы Иссык-Көлдө анан Баткенде эле болсун деген эки жерди көргөзгөн экен. Мен айтып атам, бардык жакта эле берүүгө, Бишкекте дагы анан областтардын центрларында деп. Иссык-Көл областынын любой мындай айыл өкмөттөрүнө барып элдин талабын, элдин оюн сурайлы. Итак, казино для иностранцев в Иссык-Кульской области. Давайте разберем подробнее. Два депутата, Бахтыбек Турузбеков и Дастанбек Жумабеков, кстати, Дастанбеков путает именно со мной почему-то, инициировали законопроект об открытии казино для иностранцев. И хотят они это сделать в селе Тамчи на базе аэропорта Тамчи. Этот законопроект вызвал неоднозначную реакцию у общества, была большая шумиха, но законопроект прошел первое чтение, 68 за, 23 против. Я решил сам разобраться и съездить в село Тамчи, послушать наших граждан, которые проживают именно там. Автобилист, а там чида казино началось. Здесь сөзім қаршысыз бы, мақылсыз бы? Бір жағын ойлап көрсең, чынылы. Керек, а? Байлар нақтасын үнесіне. Так. Может, мағазымыз шығып қалады. Енді қайта анын алып келсе, анда, мақылы. А, четер күліп болу әлет, а? Да, четер. А, все, все, ойыңыз қандай вообще, негізе? Тамшылыда тұрғындар қандай деп көрсе? А, мен қаршым так. Қаршысыз, а? Четер күліп жарандарға. А, четер күліп келсе жақсы. Экономика действительно жақсы ле болады, да? Да. Егерде. Пауму болса. Мен бир чете деле каршымын. Анан эгер бюджетке акча түшөт десе, ага деле макулмун да. Как мне показалось, большинство тех, кто проживает в селе Тамчи, отнеслись нейтрально к открытию казино, а большая часть, наверное, даже поддерживает. В селе Тамчи я узнал, что население даже во многом не в курсе, что хотят открыть казино, а если даже в курсе, то у них никто не спрашивал. А председатель Айлык Мэту, ему даже никто не звонил, не просил там поискать место, землю. И даже сам инициатор Бахтыбек Турузбеков. Джейн Гулема Ханча, вот гектар мне национал. Биздик общий, да? Ева, общий. Биздик общий, 48 мин. 48 мин гектар, да? Гектар. Ух, нумар, да, это мы зам долбор бойынша 1200 гектарды... Атайын ушундай, атайын административдик районду түзөбүз деп атышат. Анан 1200 гектар барбы буякта? Жок. Жокпу. Вот аэропорт өзү канча площадь? Аэропорттун өзү площадьы бизге тиешелүү 300, чоң сура айлармага тиешелүү где-то 95-96 гектар. 95. А. Тегерегинде эмне бар ошо аэропорттун тегерегинде? Тегерегинде эчтеке жок, бул өзүнүн ахтар. Таптакыр эчтекеси жок. Эчтекеси жок. Лахан зонасы бар. Ага. Бүгүнкү күнгө чейин ызылдашып салдырбай келет да. Аа. Мунун өзүнүн охрана зонасы бар. 3 километрдин ичинде стройка жүрбөш керек деген маселелери бар. По законопроекту игровую зону хотят открыть именно на базе аэропорта Тамчи. Но я узнал, что вокруг аэропорта земли принадлежат в основном частникам. А если и не частникам, то эти земли относятся к пастбищным угодьям. Аэропорттун жанында трассанын астыңкы бетинде 100 гектардан ашуун жер, бул өзү арендага алган арендаторлор бар, жеке менчикке чыгып кеткени бар, бүгүнкү күндө селхоз менен турган алар үлүш жерлер трансформациясы чыгып кеткени бар. Үлүш жерлерби же уже үй салынганбы? Жок, үй салынды элек. Аякта айтам. Селхоз назначениядагы турган жерлер бар, рекреационныйга өтүп кеткен жерлер бар трансформация. Мындай айтканда аэропортторго жакын жайгашкандарды сиздер мыйзамды киргизип 3 километр мыйзамдын статустарын сиздер кабыл алып бердиңиздер өзү жакта. Курулуш болбойт депчи. Мына аэропорт да? Мына аэропорт. Биздин жана айтып аткан Тамчы аэропорт. Анын охрана зонасы деп мына бүгүнкү күнү кем планды ошол госстроюнун астындагы проектинин КНИИК бар эмеспи? Касалбаев жакшы билесиздер. Да, ошолорго биз заказчикпиз, ошолор кандай жасап берип атат. Бул
кандайдыр деңгээлде эми бул средства массовой информацияда эл арасында айрым фейктердин арасында десек болот бул маселе жүрүп атат да. А бирок бизге бүгүн ай тамчыса аэропорт салынганда деп эч ким келген жок. Сен ушул кайсы жериңди тырлак айтып аласың же ушунчалык жериң барбы депчи. А если келген келип кала турган күнү болсо дагы ал жанагындай элдик укугу болуш керек, элдин мнениясы эң биринчи очередь астыга коюш керек. Да, да, тура, тура, тура. Менимче, это тура, тура, тура. По авиационным правилам, вокруг аэропорта в радиусе 3 километров нельзя что-либо строить. И именно из-за этого запрета многие жители села Тамчи не могут вокруг аэропорта строить дома или еще какие-то сооружения. А вот государство, я не знаю, как оно там собирается строить, когда есть такой запрет. Поговорив с председателем Айлокмету, я поехал в аэропорт Тамчи. Там вместе с директором мы походили по территории аэропорта. Он рассказал в целом историю, как создавался этот аэропорт. К сожалению, многое снять не удалось, потому что авиационными правилами запрещено снимать. Но вот его мнение насчет открытия казино. Алмазбеки, вы директор аэропорта, да? При аэропорте можно строить вообще казино? Я не знаю, надо обратиться к руководству нашему. Ну, авиационные правила позволяют вообще строить? Я, наверное, думаю, раньше этого не было. Раньше не было, да? Ну, в Кыргызстане такое. Ну, понятно, да, это же новое. А вот за пределами аэропорта, как вы думаете, вообще места есть у нас, чтобы строить? Ну, это было бы шикарно вообще. В общем и целом, население ни за, ни против. А Айлокмету никто не предупреждал, с ним никто не советовался. Директор аэропорта Тамчи в целом не против открытия казино, потому что аэропорт на этом может неплохо зарабатывать. А вот некоторые нюансы законопроекта. Игровую зону хотят сделать на базе аэропорта Тамчи. Освободить от налогов все казино, делить прибыль вместе с государством 60 на 40, 60% забирает инвестор, 40% государство. Разрешить онлайн-казино, но тогда сам запрет для наших граждан, он не будет работать. Кстати, о запрете. Гражданам будет запрещено заходить в казино. Если гражданин все-таки как-то попал туда, то выигрыш или проигрыш будет ему возвращаться, а само казино будет нести ответственность, и у него будут забирать лицензию. Так что самому казино не будет выгодно туда заводить гражданина Кыргызской Республики. Я вам рассказал о некоторых нюансах, а теперь о моих предложениях. Я предлагаю ввести налоги обязательно на казино. Игровая зона не должна освобождаться от налогов. Онлайн-казино или онлайн-игры вообще не должно быть там. И если наш гражданин зайдет по второму паспорту, по российскому паспорту или другому паспорту, то его проигрыш должен возвращаться в тройном размере. Если мои предложения не будут приняты, то я буду голосовать против. А так я поддержал этот законопроект, потому что в Малайзии даже есть казино для иностранцев, и я лишь думал, что мы можем получать деньги для бюджета. Только из-за этого я голосовал за этот законопроект. Но я еще раз повторяю, если мои предложения не будут приняты, то я буду голосовать и просить всех депутатов голосовать против этого законопроекта. На этом все. Всем пока.